герой нашего времени. Кто он? Сегодня это я узнаю на съемках клипа ОСТ. Поехали! Сань, ну песня называется «Герой». Вот расскажи о клипе, что здесь вообще будет? Слушай, ну клип в первую очередь передает атмосферу фильма, атмосферу постапокалипсиса, такой некой разрухи, в которой вот остались люди, настоящие герои, которые выживают и пытаются как-то этот мир улучшить для остальных живущих людей. Вы именно так представляете себе Москву после апокалипсиса, да? Но не то, что я ее так себе представляю, она уже так показана в фильме. Соответственно, мы не можем сильно отойти от уже тех кадров, которые сняты. Чтобы было и похоже, но, соответственно, чуть по-другому, но все вместе было как единое целое. Ты зачастил писать саундтреки к фильму. Как думаешь, может как-то в актер же податься? Не думал? Ну, во-первых, почему зачастил? Зачастил это когда 10. У нас очень выборочно, и когда я писал фильм «Танцы насмерть», то я просто понял, что у меня есть именно песня, отходящая по настроению в этот фильм. То есть она была уже заранее написана, ты просто ее... Была мысль, которую я рассказал, и, естественно, мы уже песню там, посмотрев фильм, вдохновившись им, уже ее дописал и дооформил. Как так получилось, что вы все вместе вот делаете один клип? СТ предложил мне записать куплет на трек «Герой». Я его записал, музыкант играет, СТ читает свои куплеты. Герой нашего времени, какой он? Субъективно твое мнение. Он бедный. Почему, интересно? Да нет, на самом деле герой нашего времени — это тот человек, который в первую очередь заботится не о своем благосостоянии, а которого волнует происходящее вокруг. Но ты герой нашего времени? Определенно. Ты же видишь, какая у меня куртка? Вижу, герой. Все. А у Терминатора такая же была? Ну, конечно, это его и есть. I'll be back. Ну скажи, для тебя вот герой нашего времени — это какой герой? Это прежде всего мой муж. Не сомневался. Это правда. Он настоящий, искренний, добрый. И сейчас, в этот век и в этом мире, когда действительно зло иногда побеждает, очень хочется, чтобы люди были добрее. Вот Саша умеет это делать. А вот как победить зло, опять же? Я думаю, что любовь может победить зло. Своими песнями ты мотивируешь на 100%. Что ты хочешь донести? Когда я начал заниматься музыкой, я хотел разговаривать с людьми, чтобы человек чувствовал, что он не одинок в своих переживаниях, в своих проблемах. И я стараюсь это и нести. К сожалению, сейчас так устроена масс-медиа, что чем грустнее, чем скандальнее, тем более рейтингово. Я был все-таки сторонник того, что мы придем к тому, что позитив и радость будут давать максимум просмотров на музыке. Опа! В общем, герой нашего времени... Вот он, яркий представитель, это Саша СТ. Смотрите скоро на канале «Музыка Первого» новый клип. Увидимся.